Такое количество людей, которые собрал стадион «Вечер пятницы», прямое доказательство того, что брещане не упускают возможности в праздничный день собраться вместе, тем более, если в гостях областного центра любимые исполнители. Организаторы мероприятия постарались на славу, учли интересы как взрослых, так и детей. Для самых маленьких брещан главным развлечением стали харизматичные артисты на ходулях, а также медведи. Яркий герой праздника не давали скучать, то и дело приглашали гостей праздника потанцевать. Своими выступлениями радовали зрители белорусские вокальные коллективы и солисты. Со сцены звучали современные и уже полюбившиеся хиты на разных языках. В свою палитру позитива внес концертную программу известный белорусский баянист Виталий Воронко, исполнивший на инструменте несколько зажигательных композиций. Живу в Минске, но приехала сюда в Брест на День города, потому что знаю, что здесь всегда весело. Вот, поэтому и сейчас даже ни капли не разочарована. Столько детям, столько мероприятий, столько всяких интересных игр, развлечений. Просто в восторге, просто в шоке. Вообще, организаторы молодцы, конечно, вообще. Просто отдых замечательный. Кульминацией концертной программы стало появление на сцене коллектива «Джей Морс». И даже внезапно изменившаяся погода не смогла испортить впечатление от праздника. Хедлайнеры вечера были тепло встречены публикой. Крещение гостей областного центра подпевали столичным артистам. Настроение праздника не покидало гостей до последних аккордов выступления группы. О том, что День города – долгожданное событие, говорить не приходится. Об этом красноречиво свидетельствовали живые эмоции собравшихся. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».